Сегодня у нас повестка дня, что называется, и вопрос, который мы будем обсуждать, является очень интересным. Он очень интересен для нас, для российской венчурной компании, потому что, как известно, думаю, что вы все это знаете, мы своей деятельностью охватываем все стороны и все сегменты инновационного предпринимательства и венчурного инвестирования. То есть мы, соответственно, заботимся обо всех фигурантах этого рынка, может быть, в разной степени. Те, которые являются, с нашей точки зрения, достаточно зрелыми, мы, что называется, отпускаем на волю из своих горячих объятий, и они дальше летят спокойно и действуют так, как должны действовать нормальные рыночные игроки. У нас существует много направлений работы, в общем-то, их 6, и одно из этих направлений, как мы поняли, является весьма приоритетным, потому что перед всеми инновационными компаниями встает рано или поздно один и тот же вопрос. Кому продать свою продукцию? Кому она нужна? Не секрет, что многие инновационные компании, ну, естественно, даже те, которые выросли из научной среды, не все понимают, где именно может пригодиться в современных экономических условиях России то, что они делают. А те компании, которые, соответственно, выросли из какой-то другой среды, может быть, понимают это даже еще в меньшей степени. А не секрет, что экономика России является рыночной не в полной мере. А также не является секретом, что тон в ней задают все-таки крупные компании и компании с государственным участием, которые не всегда являются эффективными игроками и не всегда являются такими очень конкурентными игроками. Потому что если компания существует только внутри, без выхода на внешний рынок, ей конкурировать часто совершенно не с кем, потому что она охватывает весь сегмент экономики часто. Соответственно, есть ситуация, а естественно инновации рождаются там, где другие конкурентные методы исчерпаны, то есть инновации, понятно, что это является продуктом человеческой любознательности и так далее, но к тому же и способом конкурировать. И, естественно, инновации рождаются на пике конкуренции. Если конкуренции нет, то, соответственно, крупные компании, большие игроки рынка прохладно относятся к каким-то инновационным продуктам, которые им нужно внедрять либо по собственному разумению, либо выполняя волю, скажем так, Министерства экономического развития. Соответственно, недавно у нас было хорошее исследование с газеты «Ведомости» и мероприятие, на котором как раз решался этот вопрос, как инновационные компании должны проникнуть на рынок крупных государственных или крупных частных компаний, какими такими способами. То есть как может компания, ну, условно говоря, с улицы войти в этот мир, где все решают крупные госзаказы и так далее. Родилось предположение, что, наверное, им нужен для этого какой-то посредник, раз они не могут сами туда войти, соответственно, и сами не понимают, в каком направлении им работать, то есть не существует заказа на инновации, соответственно, они должны работать через какого-то посредника, который мы условно назвали технологическими брокерами. Соответственно, это является темой сегодняшней нашей встречи, есть ли в России технологические брокеры. И нам очень хотелось бы, чтобы вы участвовали в этом обсуждении, потому что по итогам нашей встречи и конференции с «Ведомостями» выяснилось, что вроде бы их в России нет. На этом я передаю слово Гульнаре Бекуловой, которая является директором департамента стимулирования рынков. Инновационных рынков, естественно. У нас презентация сегодня будет вестись от имени двух соавторов. Хочу представить Татьяну Клименко, которая в сотрудничестве с газетой «Ведомости» по нашему заказу сделала исследование по технологическим брокерам, по так называемым технологическим брокерам. Собственно, Татьяна подробнее расскажет, собственно, про результаты исследования, поскольку она во всех деталях. Вот и в этих деталях тот самый дьявол, про которого нужно знать, продвигая продукцию на российском непростом рынке.
Мне бы хотелось рассказать немножко про предысторию этого проекта. Вообще не секрет, что Российский институт развития в основном концентрируется на работе с такими маленькими инновационными компаниями, стартапами. И только в этом году у нас приоритеты немножко сместились. Мы в этом году впервые начали работать с компаниями более зрелыми, с компаниями, у которых есть уже выручка. Собственно, начали им помогать всеми возможными силами и способами быть более эффективными с точки зрения продвижения своей продукции к их потенциальным клиентам, заказчикам, аудиториям. Мы поддерживали в этом году огромное количество отраслевых мероприятий, на которых инновационные компании имели возможность встретиться со своими потенциальными заказчиками. Вот, и делали несколько таких специальных форматов, поскольку у нас была гипотеза, что инновационным компаниям сложно продвигаться, потому что они не могут получить доступ к своим заказчикам, к decision-мейкерам в компаниям, которым они пытаются что-то продать. Вот, соответственно, мы решили организовать такие специальные форматы встреч для инновационных компаний. Вот, в частности, одна из таких встреч в начале года была с разными департаментами московского правительства. На эту встречу мы отобрали порядка 10-12 инновационных компаний. Департамент Алексея Комиссарова нам помог в организации этой встречи. Они пригласили людей, отвечающих за закупки в разных департаментах московского правительства. Встреча была очень продуктивная. Вот, но, к сожалению, по результатам этой встречи результатов было мало, мягко говоря. Несмотря на то, что во время встречи наклевывались потенциально интересные форматы сотрудничества. Московское правительство вообще очень эффективно и достаточно эффективно развивает свои направления по работе с инновационными компаниями. Как вы знаете, они формируют реестр инновационной продукции, проводят всякие разные конкурсы, на которых собирают идеи с рынка и думают о том, как их внедрять в деятельность московского правительства и служб всевозможных города. Они реализуют такие проекты комплексные, типа инновационных кварталов, где потенциально производители инновационной продукции могут найти себе место. Представители инновационных компаний могут выступать экспертами, участвуя в работе департаментов московского правительства. В общем, форматов достаточно много, но мы поняли, что, к сожалению, наши компании, наши стартапы, при том, что мы отбирали компании, которые считаются лидерами, которые действительно достаточно хорошо продаются, показывают достаточно хорошие коммерческие результаты, не выдержали такой вот как-то борьбы за своего клиента, потому что процесс продажи любому департаменту московского правительства — это процесс. Это огромное количество фоллоуапов, это специальный человек, который необходим для того, чтобы эти фоллоуапы осуществлять. Обычно это генеральный директор компании стартапов, потому что, в общем, там достаточно высокий уровень коммуникации и достаточно серьезная экспертиза нужна для того, чтобы продвигать решения компании. Вот. И, в общем, стало понятно, что действительно инновационные компании ко встрече с такими серьезными заказчиками не очень сильно готовы. Было еще несколько форматов, которые мы пробовали в рамках клуба R&D-директоров, который мы организовали совместно с Министерством экономики в прошлом году. Многие, наверное, из вас знают, что в клуб R&D-директоров входят порядка 70 госкомпаний и люди, отвечающие за инновации, за развитие НИОКР в этих компаниях. Вот, собственно, тоже организовывали примерно такой же формат встреч. Приглашали инновационные компании, директора по НИОКР давали какой-то фидбэк и рекомендации по тому, как развивать продукт, для того, чтобы этот продукт мог быть востребованным в рамках большой корпорации. Опять же, большинство наших инновационных компаний не смогли воспользоваться результатами этих встреч по тем же самым причинам. Нет кадров, нет времени, маленькие стартапы концентрируются на том, чтобы заниматься своим продуктом, и если не видят таких как-то гарантий по получению заказа, наверное, предпочтут потратить свои ресурсы на что-то более, с их точки зрения, приносящие результаты. Вот, соответственно, вот мы сделали такое небольшое summary по тем проблемам, которые мы наблюдаем в стартапах с точки зрения продвижения собственной продукции.
мы по результатам многих наших встреч, по результатам нашего общения с огромным количеством инновационных компаний, понимаем, что действительно большинство стартапов часто не понимают свой рынок, у них часто нет продукта, они, в общем, как бы, собственно, находятся в процессе поиска продукта, что абсолютно понятно. Отдельная большая проблема – недостаточно маркетинговой экспертизы. Команду классического стартапа мы все себе представляем. Очень хорошие технические специалисты, коммерческий директор, если стартапу повезло. Маркетологи бывают очень редко, если бывают, то, в общем, тоже. Маркетологи с недостаточным опытом работы с такими крупными корпоративными заказчиками. Следующая проблема, которую мы также наблюдаем в стартапах, это несоответствие ожиданиям заказчиков. Стартапы обычно представлены действительно достаточно хорошей такой технической командой. Они умеют находить общий язык с техническими специалистами в компаниях, потенциальных заказчиках, с инженерами, с технарями, вот, но, к сожалению, не очень эффективно общаются с людьми, принимающими решения. Потому что здесь нужно переходить уже на другой язык, на язык бизнес-преимуществ, на язык цифр, оптимизации, бюджетов и так далее. Но, к сожалению, стартапы, в общем, этим языком владеют недостаточно хорошо. Следующая проблема, такая общая, которую мы обнаружили, неконкурентоспособная инфраструктура для продаж внутри компании. Мы понимаем, что процесс продаж – это процесс, в котором представлено достаточно много функций. Для того, чтобы продвигать продукт, нужно понимать рынок, нужно тратить достаточно много времени, достаточно много ресурсов на то, чтобы исследовать свой рынок, на то, чтобы информировать своих потенциальных заказчиков о том, что продукт их ждет, действительно более активно заниматься процессом продаж, правильно выбирать канал продаж. В общем, это действительно такое отдельное направление работ, которое для стартапов, к сожалению, на том этапе развития, с которыми мы с ними общаемся, не является самым важным приоритетом. Собственно, если говорить про покупателей инноваций, мы говорим про корпорации и государственные структуры. В общем, они тоже не ждут стартапы и технологическую продукцию, предлагаемую нашими стартапами с распростертыми объятиями. Есть достаточно много проблем. Одна из основных проблем, которую мы наблюдаем, это информационный вакуум. Стартапы, к сожалению, не имеют возможности узнать о том, что могло быть востребовано корпорацией. Корпорация – такая закрытая коробочка с непонятной структурой принятия решения, с неизвестными технологическими приоритетами. Вот. Мы в этом направлении, на самом деле, в этом году сделали несколько проектов, ну, очень активно продвигали тему открытых инноваций, рассказывали корпорациям о том, что есть мир за пределами корпораций, нужно выстраивать свою инфраструктуру с учетом этого внешнего мира. В прошлом году мы провели конкурс дорожных карт для корпораций. Наверное, многие из вас про него слышали. В этих дорожных картах корпорации отразили свои технологические приоритеты для того, чтобы маленькие компании понимали, как вообще с корпорацией можно работать, о чем с ней можно общаться. В общем, такую же работу будем продолжать и в этом году. На самом деле, какие-то такие позитивные сдвиги есть, потому что в этом году несколько компаний действительно начали общаться с нашим инновационным рынком в разных форматах. Есть компании, которые организовывали конкурсы инновационных проектов для того, чтобы найти какие-то проекты, идеи, которые могли быть применены в рамках корпорации. Есть корпорации, которые начали работать с посредниками и действительно начинают искать на рынке какие-то технологии, которые могли бы им, опять же, быть полезны с точки зрения технологических приоритетов. То есть какие-то сдвиги в этом направлении есть. Следующая проблема, которую мы наблюдаем в корпорациях, как в покупателях технологий, это слабое представление о том, как устроен рынок технологий в России. Вот мы с вами живем в нашей инновационной экосистеме, мы понимаем, что у нас есть стартап, у нас есть инкубаторы, акселераторы,
у нас есть венчурные фонды, у нас есть разные типы инвесторов, у нас есть консультанты, которые уже начинают на этом рынке работать. Но корпорации абсолютно свой мир, похожий на наш мир, но абсолютно свой. И, к сожалению, между вот этим вот корпоративным миром и нашим маленьким инновационным миром сейчас действительно нет там, неких посредников, которые могли бы переводить запросы корпораций в какие-то запросы к нашему миру, к инновационной экосистеме. И последний вывод по поводу корпораций, он скорее позитивный с точки зрения продаж инновационной продукции корпорациям. Как мы знаем, сейчас задача покупки инноваций является актуальной для многих российских компаний по ряду причин. Есть госкомпании, которые в рамках реализации программы инновационного развития должны отчитываться по ряду критериев. И, в общем, закупка инновационной продукции является одним из критериев, по которым они отчитываются. Это не совсем рыночная мера, но, тем не менее, это фактор, благоприятно влияющий на отношение корпорации к инновационной продукции в целом. Вот, и мы все-таки надеемся, что действительно есть российские компании, которые живут в конкурентной экономике, которые заинтересованы в том, чтобы покупать инновационный продукт еще и с точки зрения пользы для своего бизнеса. Мы также посмотрели, как нашим инновационным компаниям, уже продающим свои технологии корпорациям, удается с ними работать. На каких этапах вот этого рыночного цикла внедрения инноваций маленькие стартапы наиболее эффективны. На самом деле все, наверное, знают этот цикл внедрения инноваций. Вот, в общем, обнаружилось, и, наверное, это неудивительно, большинство стартапов продают технологии, продают свои продукты. Стану покажу на ранних циклах графика внедрения инновационных технологий. То есть они умеют действительно общаться с людьми техническими в компании, умеют продавать единичные проекты, но не умеют продавать массовые продукты, требующие серьезной сервисной поддержки, являющиеся уже практически коммодити, которые продаются на циклах внедрения инноваций, называемых раннее большинство и позднее большинство, собственно, те циклы, которые являются самыми привлекательными с точки зрения любой компании, потому что они представляют собой, в общем, достаточно большую долю рынка, примерно 70%. Вот, к сожалению, наши инновационные компании, вот эти стадии, где они способны продавать единичные проекты, не имеют возможности перейти в ту стадию, где технологии могут быть оформлены в какие-то продукты и могут найти более массового потребителя. Собственно, тот парадокс, который сейчас наблюдается, есть российские стартапы, которые умеют продавать технологии такой подготовленной технической аудитории. Если говорить про наши корпорации, про наш опыт общения с корпорациями, это действительно люди, занимающие позиции R&D-директоров, часто не имеющие достаточных бюджетов, то есть это бюджеты на такие разовые проекты. Соответственно, у стартапа есть возможность продать один проект. Будет ли потенциал работы с корпорацией в рамках дальнейших проектов, в общем, на этой стадии достаточно неочевидно. Тем не менее, все стартапы хотели бы работать с корпорациями и продавать им продукты на более поздних стадиях. Про такие целевые аудитории в корпорации, как раннее большинство и позднее большинство,
при принятии решения о покупках технологической продукции люди, принимающие решения на данных стадиях, руководствуются уже такими достаточно прагматичными доводами. То есть они предпочитают покупать технологии, уже проверенные рынком, желательно, чтобы действительно были уже какие-то примеры реализации этих проектов в рамках их вертикали, в рамках их отраслей. Желательно, чтобы проекты, которые они реализуют, реализовывались совместно с лидерами конкретных рынков. Вот, в общем, стартапам претендовать на роль рыночных лидеров достаточно сложно, потому что это требует действительно достаточно больших ресурсов для достижения этой цели. Вот, соответственно, есть такой некий разрыв. Стартапы хотят работать с крупными корпорациями, продавать много всего, иметь гарантированные заказы, вот, но при этом не имеют возможности работать с той аудиторией, которая, собственно, эти заказы способна обеспечить. Вот, и, в общем, понимая, что действительно есть такая проблема на рынке, есть стартапы, испытывающие огромное количество проблем, есть корпорации, которые, тем не менее, продолжают что-то покупать, мы подумали, что возможным решением этой проблемы могло быть использование так называемых профессиональных посредников, мы их называем технологическими брокерами, уже работающими с корпорациями, имеющими налаженные каналы либо продаж, либо участвующими в производственных цепочках в рамках корпорации. Мы тут перечислили несколько потенциальных типов партнеров, с которыми могли бы работать стартапы. Это всевозможные реселлеры, сервисные компании, системные интеграторы. Это венчурные фонды, которые зачастую на нашем венчурном рынке тоже служат такими посредниками. Поскольку, как мы все знаем, венчурный фонд дает не только деньги, но так называемый smart money, то есть свои контакты, свои возможности по продвижению продуктов тех компаний, в которые они инвестировали, и по налаживанию каких-то полезных связей. Это консультанты по M&A, технологические скауты и IP-брокеры, потому что часто компании заинтересованы в том, чтобы достаточно быстро вывести какой-то продукт на рынок, могут быть заинтересованы в том, чтобы купить не продукт компании, а, собственно, саму компанию. Вот поэтому, в общем, такой тип посредников, наверное, тоже стоит рассматривать. И проектные институты, часто находящиеся, и конструкторские бюро, часто находящиеся в структуре корпораций, которые тоже могли бы выступать такими технологическими брокерами. Вот, собственно, в том исследовании, которое мы планировали вместе с ведомостями, нам бы хотелось понять, насколько все эти перечисленные посредники, агенты продаж, технологические брокеры могли бы работать с инновационными компаниями, могли бы помогать им продавать свои продукты достаточно сложным для них корпоративным заказчикам, насколько им это могло быть интересно и с экономической точки зрения, какие риски такие системные интеграторы и технологические брокеры могли бы брать на себя. Вот, собственно, вот эти вот все вопросы мы хотели исследовать в рамках исследования, которое делали с ведомостями. И Татьяна сейчас, наверное, подробнее расскажет о том, что получилось. Или не работают. И, во-вторых, побеседовали с крупным бизнесом в нескольких отраслях, четырех отраслях, с тем, чтобы понять, как устроили процесс курса инноваций и исследований. Значит, мы взяли четыре отрасли, это был ТЭК, это был машиностроение, фармацевтика и ИКТ. Но мы хотели вам представить самые яркие инновации.
решение заказчикам, покупателям конечным. Значит, прежде чем показать вам некоторые кейс-стади по отраслям, по самым правильным предприятиям, я хотела бы рассказать немножко о том, что как мы в результате многолетних исследований рынка B2B, а мы исследовали вчера строительные, автомобильные, офисные техники, учебники рынки, и в результате у нас складывается на впечатление, может быть, оно действительно на данный момент потом изменится. Вот то, что у нас получается сейчас, что наш бизнес и мало три сегмента, три такие группы предприятий. Это продвинутые компании, те, которые бизнес план, так называют, это компании, которые готовы вкладываться в инновации, которые понимают, что это прежде всего затратно, да, что отдача будет только через какое-то спустя какое-то время на рынке сразу, но они готовы на это идти, потому что вот они так устроены, их использует бизнес-подход. Другая категория – это традиционалисты, это основная часть предприятий, как получается по вашему исследованию, это компании, которые хотят сохранить статус-кво. То есть их вот раз наладить и организовать какие-то свои процессы, организационные, технологические компании, они хотят, чтобы это все заработало, все налажено, все знают, что делать, ну вот, слава Богу, пускай все делают. Они настолько хотят сохранить статус-кво, что даже готовы доплачивать, лишь бы ничего не менять, чтобы не сколько любые перемены не было с собой, ну, прежде всего, стресс, да, за счет приятия для людей, которые там работают. И это, конечно, по нашим таким вот данным получается большая часть рынка. Ну и третья категория – это экономные, мы это называем post-production, конечно. Это компании, которые стремятся любой ценой, может быть, даже нерациональной, или сократить свои расходы, которые не готовы платить больше ни за что ни за сейчас, их не увлекают в этой разговоре о технологиях, инновациях и прочее. Они используют самые проверенные традиционные технологии, не хотят тратить никакой лишней копейки, часто тратят дважды, но их это тоже информует, они вот главное в данный момент сейчас больше платить не хотят. Это схема, вот мы здесь показали, она такая абстрактная немножко, да, то есть главное выделить какой-то индикатор, один показатель, который позволяет вот такую сегментацию провести. Ну, это могут быть, например, если транспортные компании, вот эта разница в подходе может проявиться в том, как люди формируют свой парк автомобилей, грузовых, например. Можно взять соотношение отечественных иномарок в парке или, там, скажем, новых машин и подержанных машин. Вот для каждого рынка это индикатор свой. Вот, это тогда будет у нас по оси Y количество современных услуг и техники и расходы, ну, либо на одного сотрудника, либо какие-то расходы удельные, отнесенные какой-то единице чего-то, тоже для разных рынков свои. И тогда получается вот сегментация, что, ну, тут видно продвинутые сверху, традиционалисты, основная масса, и экономные, зелененький кружочек. Почему это важно? Потому что инновации, как и любой другой товар, они, видимо, могут быть успешно реализованы в первую очередь продвинутыми бизнес-адванс компаниями, да, в какой бы области они ни работали, являлись они средними или крупными, поскольку, похоже, такое деление оно достаточно универсально. Да? То есть если вы попадаете или кто-то попадает на компании, например, экономные, то, наверное, не надо тратить силы, время и деньги на то, чтобы им что-то продвинуть, потому что они совершенно не настроены ни на какие траты, прежде всего, значит, в данном случае инновации тоже. Поэтому в любой области или отрасли, ну, прежде всего, хорошо бы нащупать вот те самые бизнес-адванст компании. Что показало еще наше исследование? Оно показало, что есть сейчас некоторая разорванность между
создателями инноваций и потребителями. В чем она выражается, вот этот вот разрыв связи между ними? В том, что когда мы опрашивали, как я уже сказала, мы пытались найти технологических брокеров, мы их не нашли. Это, правда, не значит, что их нет, по крайней мере, нам не удалось их найти. Но и поскольку мы опрашивали потребителей инноваций, то мы, естественно, в ходе бесед с ними спрашивали, встречалось ли им на их жизненном пути в крупных компаниях, ну вот компании, которые выполняют функцию технологического брокера. Никто таких людей вспомнить не смог. Или даже если кто-то в компании говорил, что да, такие компании есть, или такие фирмы есть, они их не смогли назвать, что говорит о том, что, ну, наверное, они все-таки не на слуху. Значит, теперь что, поскольку мы вам будем, я вам буду рассказывать о кейс-стадис вот по отраслям крупных, это крупный бизнес, крупные корпорации. Вот компании, которые мы брали в отрасли ТЭК. Значит, чем занимаются наши нефтяные компании, наша энергетика? Это то, что попало у нас в ТЭК. Они занимаются модернизацией, оптимизацией производства. Инновациями, по сути, как из того, что мы говорили, я опять основываюсь только на результатах наших бесед. А инновациями, ну, тут вопрос, конечно, что называть инновациями. По сути, как мы поняли, речь идет о модернизации и оптимизации разных этапов вот, работы с нефтью, там, разведкой, добычей, хранением, транспортировкой. Вот это, по сути, модернизация. И, конечно, в нефтяной отрасли, поскольку у них при добыче нефти и месторождении нефти как таковые отличаются друг от друга, как-то каждый раз это всегда уникально, то многие решения, которые нефтяные компании вынуждены применять в конкретных местах конкретной добычи, они уникальны. Не знаю, можно ли считать инновацией какое-то конкретное решение, которое разработано и принято для освоения определенных скважин, можно ли считать это инновацией или это просто определенное решение, вот тоже вопрос терминологии. Что касается ИКТ, то здесь мы говорили в основном с компаниями, системными интеграторами, и у нас есть одна компания, которая создает такой продукт, позволяющий аудировать, оценивать систему защиты информационной защищенности других компаний. Ну, здесь надо сказать, что как системные интеграторы, компании, ну, те, которые мы опрашивали, интересны тем, что помимо каких-то уже готовых решений, которые не соединяют в одно, они все-таки занимаются развитием, созданием, разработкой и продажей собственного продукта. В этом смысле они выступают и как инновационная компания, и как внедренческая компания. Да? То есть они продают сами себя, опять-таки не прибегая к посредничеству технологических брокеров, хотя если у них готовый уже продукт, программное обеспечение в виде готового продукта, они используют сеть, как они называют, ритейлеров, ну, которые, видимо, мы понимаем так, что это тоже системные интеграторы, через которых идет продажа уже готового продукта, который они при этом все-таки как-то патентуют и защищают. И машиностроение, ну, тут мы поговорили с несколькими предприятиями, покажем вам Стерлитамакский машиностроительный завод, достаточно знаменитый в своей вот области, который используют инновации, но при том, как он их ищет и как принимаются решения о внедрении этих инноваций, это интересно то, что это исключительно происходит в взаимодействии с их заказчиками и покупателями. Ну, давайте посмотрим с вами на определение. Вот мы когда говорим с вами о технологических брокерах, есть такое понятие в мире, его сформулировал Эндрю Харгаден, достаточно недавно, может быть, лет, не знаю, там 6-7 назад. И технологический брокер определяется как компания, которая помогает бизнесу использовать уже существующие решения. Не инновации как таковые, если понимать под инновациями то, что никогда раньше не существовало, да, или там не использовалось. А все-таки существующие технологии, которые были созданы в одних отраслях для использования их и создания новых продуктов в других отраслях. Ну и в нашей, оказалось, что у нас есть определение, мы нашли его через консультант, которое
Определение такой: технологический брокер – это компания, которая продвигает инновационные технологии продукта на основе агентского соглашения с создателями. Вот это то, что как раз мы не нашли на нашем рынке. Интересно просто то, что инновации, как вы знаете, наверное, даже лучше, чем мы, бывают разного типа: организационные, продуктовые, технологические. Так вот, судя по мнению Харгадена, как раз сейчас, в настоящее время, идет такое смещение. Видимо, технологии уже все, не знаю, созданы, открыты. Такой технологический прорыв, такое ощущение, что уже произошел. И на данном этапе идет процесс адаптации вот этих уже прорывных технологий, которые уже существуют, адаптации их для создания, ну, к потребностям человека, скажем так, или компании. То есть идет акцент с инновационных технологий на инновационный продукт, что на самом деле очень важно, потому что создание инновационного продукта еще больше требует изучения потребностей, ну, в данном случае компании, да, потребителя. Вот давайте посмотрим, что нам рассказал Лукойл. Лукойл сказал, у Лукойла существует, или Лукойл выстраивает сейчас достаточно сложную такую многоступенчатую систему работы с инновациями. Вот в структуре Лукойла есть научно-проектный комплекс, который называется Лукойл Инжиниринг. Это дочернее предприятие Лукойла. Лукойл Инжиниринг работает, дает оценку целому ряду, то есть инновационные идеи, технологии, решения ищутся Лукойл Инжиниринг через, то есть они, во-первых, поступают извне, да, во-вторых, Лукойл Инжиниринг часто объявляет конкурсы на какие-то решения в зависимости от потребностей дочерних предприятий Лукойла, в том числе мониторит рынок по инновациям. Значит, дальше вот те инновационные решения, продукты, которые поступают к Лукойлу извне, проходят через сито внутренней экспертизы новых технологий. Это секции по направлениям геологоразведка, добыча, разработка новых месторождений. Это внутренняя экспертиза передает отобранные решения и продукты в Лукойл Инжиниринг, который их тестирует в своих 5 подразделениях, филиалах, которые специализируются на тестировании вот этих вот идей. Это главный офис в Москве, филиал в Когалыме, в Волгограде, в Калининграде, в Тюмени, в Ухте. Там разные тоже дочерние предприятия или филиалы, так называемые. Тут пример один, как Когалым, Непинефть. Значит, эти решения, если они отобраны, Лукойл Инжиниринг проходит так называемую опытно-промышленную эксплуатацию, да, если они одобрены филиалом, который специализируется в данной области, то тогда это решение принимается для опытно-промышленной эксплуатации, обычно это 2-летние программы, на базах вот этих филиалов. Пройдя такую промышленную эксплуатацию, филиал делает заключение по этой программе инновационной или там технологии или продукту, делается заключение, рекомендация, например, по внедрению, после чего Лукойл Инжиниринг предлагает это решение уже как рекомендованное для дочерних предприятий Лукойла, так сказать, в местах, ну, дочерних предприятий, скажем так. Эта система, как и все системы в бизнесе, да, они подвижны и динамично развивающиеся. То есть вот сейчас нам сказал Лукойл, что у них создается, во-первых, внутренний интернет-портал, где они будут обмениваться, то есть у них появилась задача и стремление посмотреть, что же делается на местах теми самыми дочерними предприятиями Лукойла. Может быть, там используются уже по факту какие-то новые решения, инновационные, может быть, или какие-то оригинальные решения, они собирают это, позволяют на этом внутреннем интернет-портале своим подразделениям обмениваться идеями, что у кого есть новое, потому что, как они сказали, прежде всего они хотят посмотреть, что есть у них самих в компании, и, может быть, поделиться этим с другими подразделениями. Дальше сейчас они создают внешний портал, они хотят создать
Причем внешний портал, интернет-портал, он будет, один будет абсолютно открытый для всех желающих. Там можно будет вступать в некий форум, где можно будет обсуждать, они будут вывешивать какие-то задачи, смотреть на отклик извне, кто бы не захотел принять в этом участие. И еще один внутренний портал, в тот портал, который внутренний, будут допущены научно-исследовательские институты и вузы. Это будет Губкинский институт, естественно, это будет завод, вот, например, какие-то заводы отраслевые, которые работают с Лукойлом и так далее. Целый ряд, даже поставщики, да, это внутренний портал, пожалуйста, они могут общаться с подразделениями Лукойла. Ну вот как бы такая система в Лукойле, которая, как я уже говорю, постоянно развивается. Ну вот, на мой взгляд, интересно то, что они делают абсолютно железно опытно-промышленную эксплуатацию всех новых решений, да, которые вот этот новый продукт, ну, во-первых, он должен быть доведен до состояния продукта, да, и чтобы можно было его как протестировать в течение 2 лет. И потом составляется заключение. Ну вот, например, энергетика. Возьмем межрегиональную распределительную сетевую компанию «Урала». Вообще энергетическая отрасль, она достаточно консервативная. То есть вот то, что нам говорила ФСК, у нас дальше, и ЕС, и как раз вот межрегиональная распределительная система «Урала». Они достаточно консервативны в своем подходе, потому что они говорят о том, что все решения, которые они рассматривают, должны быть прежде всего безопасными, да, и проверенными. Вообще бизнес вот из тех компаний, с кем мы поговорили, не очень склонен к каким-то рискованным предприятиям, скажем так, и не очень склонен быть первопроходцем в освоении каких-то инноваций, да, они склонны использовать все-таки решения, которые где-то уже применялись. И в этом смысле, наверное, им был бы интересен, ну, технологический брокер, который предлагает готовые решения из других отраслей, уже которые прошли апробацию какую-то и опытную проверку практикой. Ну, как устроено это в сетевой компании «Урала»? Значит, у них есть управление системой менеджмента инновационного развития, который разрабатывает программу инновационного развития. Есть научно-технический совет, который определяет техническую политику в компании и разрабатывает программу по НИОКР. Они тоже мониторят инновации, отбирают перспективные разработки. Если вот какие-то разработки прошли научно-технический совет и попали в техническую политику компании на какой-то период и в программу НИОКР, то подряжается организация сторонняя, аутсорсинговая, которая доводит вот эту разработку до, во-первых, ее, ну, до состояния, когда сетевая компания может уже сама проэксплуатировать, провести опытную эксплуатацию уже у себя в течение года. Что сказала сетевая компания «Урала». Вот она приводит пример. Вот хороший пример с заводом «Стройдормаш» в Екатеринбурге. Они занимаются выпуском бурильно-крановых установок. Мы не потратили ни копейки, но им было интересно наше мнение, как будущего заказчика в этом оборудовании. Они подготовили технические условия, мы их корректировали. Никаких обязательств с нашей стороны, что мы это будем покупать. Они просили, а можно вы эту машину на ваших опорах уже посмотрите, дадите нам заключение. Это хорошо, это плохо, так делать, не так делать, а так сделать лучше. Мы на такое сотрудничество настроены. От нас на этой стадии 0 рублей, 0 копеек. Я считаю, что именно таким образом должно быть взаимодействие с предприятиями, производящими выключатели, трансформаторы, оборудование и так далее. Они должны не прибегать к нам с просьбой, дайте нам 10 миллионов, а мы тогда что-нибудь вам разработаем. А что-нибудь? Здесь важно, что они разрабатывают под нашу потребность, в контакте с нами, и не просили от нас денег, это самое главное. Они эти деньги потом возьмут у нас, когда мы закажем у них это оборудование, оборудование, которое нам будет нужно. То есть вот как пример, да? Теперь ФСКС. У них тоже есть система научных советов, научно-технический совет ФСКС. Научно-технический совет ФСКС совместно с Академией наук. Научно-технический центр ФСКС, то есть целая такая, я даже не знаю, целый ряд советов, которые производят отбор инновационных решений, продуктов, которые технологий, которые, как считают вот эти подразделения,
возможно для использования в их компании. Еще у них есть консорциум с Toshiba, Siemens, Hitachi. Это как раз вот здесь заимствуется опыт и существующие технологии, ну, такого в мире, мировые технологии. И передовые, поскольку это компании, лидеры в этой отрасли. Значит, у ФСК есть собственные базы научные в МЭИ, Санкт-Петербургском политехническом университете, Томском университете. Опять-таки, есть собственная опытно-производственная база, на которой тестируются решения, которые одобрены, возможно, к внедрению. И существует система аттестации оборудования. То есть для того, чтобы какой-то продукт был внедрен широко уже в рамках компании, он обязательно должен пройти аттестацию. Тогда он попадает в определенные списки, рекомендованные оборудование, рекомендованного к внедрению активно в компании. Значит, эксплуатация на собственной базе проходит год, она проходит либо на этой базе, либо ее ставят как второй контур к какой-то участку действующей системы и смотрят, очень тщательно собирают результаты такой эксплуатации, параллельно с действующей. Как работает система, окончательно какие требования к ней должны предъявляться. И после окончания вот этого этапа оборудование проходит аттестацию, или дорабатывается, или изменяется как-то вот таким образом. Вот давайте тоже я прочту, что говорил представитель ФСК ЕС, мне кажется, тоже интересно. Вот он говорил так, был такой пример. Нам разработали новые опоры для линии электропередач, новые конструкции. И мы эту документацию запатентовали, теперь продаем производителям, которые выпускают это оборудование. И они уже по этой документации выпускают оборудование для нас. Для стартаповых компаний у нас отработана процедура. Компания пишет письмо, организовывает техническую презентацию, приходит сюда со своим решением. Мы собираем департамент, они рассказывают и показывают. На этом основании они могут подать заявку при формировании очередной программы НИОКР. Мы определили, что мы формируем программу НИОКР до 2017 года. Нам накидали 300 заявок, из них мы отобрали 150. И нам даже попадали совершенно незнакомые компании. Это проходит через сито экспертных советов, научно-технических советов. И при всеобщем обсуждении мы выбираем направление и те работы, которые нам нужны и интересны. Тестируем их на своей опытной базе. Если решение проходит его успешно, аттестуем его и потом ищем предприятие, которое готово его производить серийно. Ну вот Стерлитамакский машиностроительный завод интересен тем, что у них нет подразделения по НИОКР, собственно. У них есть служба главного инженера, который вот инициирует какое-то внедрение инновационных решений. Но что тоже, у них есть проекты и совместные работы с авиационным институтом в Уфе, заводом «Московские станки», МИФИ. Интересно, что вот выпуская свои сложные станки, работая в тесном контакте с заказчиками, они там, предположим, понимают, что есть потребность какой-то инновационной технологии, которую они могут предоставить, разработав ее там совместно с МИФИ. Что они делают? Они идут к заказчику, обсуждают с ним, насколько это нужно и готов ли, самое главное, готов ли заказчик платить за этот новый станок с усовершенствованным там решением каким-то. Потому что, как мы с вами говорили, это, в общем, дополнительные деньги. И готов ли заказчик на них пойти? Если да, то тогда они дальше инициируют вот процесс создания такого нового решения вместе, совместно вот с... В данном случае с МИФИ и с НИИ, они все, вот как говорил тоже Гульнар, они все работают в основном с НИИ и МИФИ, может быть, в силу каких-то давних связей с этими структурами, хотя вот мне кажется, что оттуда уже, наверное, не знаю, может быть, ушли люди, которые там раньше были, но тем не менее вот такая практика есть. Получив согласие заказчика на то, что они потом готовы приобретать станки с таким усовершенствованием, Стерлитамакский машиностроительный завод запускает вот эту процедуру создания нового оборудования. То есть отталкивается не только от потребности клиента, но даже от готовности клиента его просто оплачивать. Вот смотрите, что они говорят.
Вот лазерная полировка турбореактивных лопаток. У нас рядом есть УФА, там мощный завод по производству авиационных двигателей. Мы с главным технологом завода смотрели производство, где есть узкие места. Сейчас там есть ручная работа, и надо заменять более совершенными на данный момент технологиями. Мы общались с такими специалистами, как главный технолог Уфимского моторостроительного производственного объединения. Мы закладываем у себя в программе вот такое направление разработки именно таких видов оборудования по современной технологии, в которую вкладываем, допустим, лазерную обработку. Кроме этого предприятия есть еще завод аналогичный в Рыбинске. Мы рекомендуем вам нашу разработку, у нас есть такой вид технологии, мы вам можем сделать такой станок. Мы заведомо знаем, что у них та же самая проблема. Мы на стадии уже технического решения делаем патентную проработку, обязательно изобретение защищаем, а потом уже предлагаем разным предприятиям, в том числе за рубеж. У нас проблемы со штатом по предложению станков с высокими технологиями, в том числе на зарубежный рынок. Мы свой-то еще толком не изучили. Начали с того, что пригласили 7 дилеров из регионов России и провели для них презентацию. Ну и предприятие ИКТ, вот компания Positive Technologies, которая, ну, во всяком случае, говорит о себе как о мировом лидере или таком крупной компании в мире, которая программные продукты в области информационной безопасности. Значит, они говорят о том, что они делают все сами, что они, вот у них такая структура, у них тоже есть научный комитет, комитеты, несколько разных комитетов таких специализированных. Эти комитеты мониторят рынок, ездят на всякие конференции, общаются с и стартапами, и со всеми, собирают эту информацию, выбирают из информации об инновациях наиболее интересные с точки зрения их заказчиков. Потом они идут заказчикам, показывают эти решения, спрашивают, вот какое-то решение там, интересное это решение для вас будет. Если заказчики соглашаются с тем, что это интересно, и готовы потом использовать это, тогда процесс запускается, дальше это решение разрабатывается центром по разработке новых продуктов, и потом проходит, получает такую маркетинговую оболочку в департаменте маркетинга, и департамент продаж и бизнеса продвигает это уже в отрасли. То есть вот такая схема. Ну вот смотрите, все, что мы делаем, мы разрабатываем сами. В этом есть и плюсы, и минусы. Минус мы теряем в скорости, но когда выходим на зарубежный рынок, мы предлагаем полный solution. То есть все в одном. Мы можем проводить автоматизированный аудит, и там есть все, рабочие станции, сервера, базы данных. Все наши конкуренты типа Mobile, IBM и HP, они скупали компании. У них нет объединения в один продукт, скорее это некая линейка разных продуктов. И получилось, что у нас есть преимущество, готовое решение, которое может включать несколько продуктов. Мы скорее скупаем внутренние проекты. Мы говорим, давайте мы у себя в компании инвестируем какое-то количество денег. Мы смотрим разные сферы, смотрим разные технологии и сами вкладываемся в них. Делаем новый продукт и продаем его в России за рубежом. Что значит продаем? Мы производители, у нас есть партнерская сеть, ритейлеры, дистрибьюторы, те, кто занимается продажей нашей продукции, как в России, так и зарубежные партнеры. Про технологических брокеров в нашей сфере я не слыхал и на Западе не встречал. Я знаю, что там есть компании, производящие продукт, знаю компании, которые создают партнерскую сеть. Таких компаний много, компаний, которые были бы брокерами, я не встречал. Ну и вот еще есть у нас компания «Системный интегратор», которая тоже работает с инновациями, но они больше опираются на какие-то уже готовые решения, которые есть на рынке, программное обеспечение. Ну что-то дорабатывают или создают новый продукт, интегрируя в него различные решения, в том числе собственные. Опять-таки интересно то, что они активно работают со своими заказчиками, они тестируют на них вот эти будущие новые продукты, как продукты, и только после того, как потенциальные заказчики заявляют о том, что им это интересно, они запускают это как бы в производство и потом реализуют. Ну, тоже такая похожая же история с компанией CTI. Ну вот, наверное, все, что мы хотели вам показать, и вот складывается впечатление по тем компаниям, с которыми мы побеседовали, о том, что, в общем, они все отталкиваются
те, которые создают продукт от заказчика в первую очередь, те, которые являются потребителем продукта, как крупные компании в теке, то, что мы с вами говорили, они, в общем, ищут эти инновации и создают целые, видите, сложные такие системы для того, чтобы как-то их отбирать, потому что понятно, что предложений много. Но, наверное, вот, может быть, надо начинать, не знаю, или продолжать, или вообще быть в постоянной связи. Татьяна, можно такой вопрос к вам, к нашим экспертам? На самом деле создается впечатление, что на предприятиях ТЭКа единственная возможность попасть в эти компании для инновационных компаний, для стартапов, это встроиться вот в некий цикл НИОКРА. То есть у всех этих компаний, как мы видели, есть свои опытно-конструкторские бюро, есть эксплуатационные базы, есть некий тестовый период длительностью там, год-два, в рамках которого тестируются новые технологии, что с ними происходит дальше, не очень понятно. Вот вопрос, нужно ли для того, чтобы попасть там, собственно, вот в этот вот цикл НИОКР инновационной компании, пользоваться услугами неких посредников, технологических брокеров? Или это всегда разговор там, собственно, стартапа, инновационной компании и потенциального заказчика? Ну вот из того, что мы поговорили с компаниями крупными, складывается впечатление, что посредники компании, наш рынок не готов к посредникам в этой области, да, в области технологий, инноваций. То есть люди говорили так, что ну что вы, какой посредник сможет хорошо знать детали нашего производства и, скажем, там детали новой технологии. Он только нас запутает, только усложнит этот процесс выяснения, ну, скажем так, освоения этой новой технологии. Они, у них есть некое такое неприятие брокеров как посредников. Вот на данном этапе это так. Хотя мы спрашивали, скажем, научно-технический центр, людей, с которыми там разговаривали, но вот вы же можете быть таким брокером, вы хорошо знаете вашу отрасль, вас все хорошо знают, потому что все замкнуто, достаточно такие области, и вы можете прекрасно быть брокером, то есть вы можете отобрать интересные решения для ваших индустрий, предлагать, вас все услышат и вам поверят. Собственно, почему нет? Но они просто в данный момент они так не думают. То есть если придет компания посредник, я думаю, что они, скорее всего, не готовы воспринять адекватно, вот скажем так. Коллеги, насколько я вижу, есть комментарии. Я не помню такого неинформативного сообщения, где каждая фраза была, в общем, где-то раньше либо слышал, либо все это читал. Интересно не вообще, а конкретно. Не нужно, не будем уходить там в плен этого термина «брокер». Не все одинаково понимают, что такое инновации. Но новые решения, организационные, технические, коммерческие, все используют, все осваивают. Вот в тех отраслях, которые вы анализировали, какой процент люди разрабатывают сами, тратят деньги, какой они находят на стороне, что они заказывают, какой процент, каким образом они находят новые решения. Но вот сделают Лукойл будущие внутренние и внешние порталы. Это в будущем. А сейчас? Как мы уже упоминали, есть проект с клубом R&D-директоров, в который входит госкомпания. Госкомпании, как мы знаем, отчитываются по программам реализации ПИРов, программы инновационного развития. Вот, и там статистика выглядит примерно следующим образом. 55-57% всех разработок, всех технологий компании производят внутри. Вот, соответственно, оставшаяся часть покупается разными способами на рынке. То есть половина на половину получается приблизительно, ну, 60 на 40. Опять же, эта статистика очень общая, понятно, что по секторам, в зависимости от типа компании, ситуация сильно отличается. Вообще вот существует у Высшей школы экономики, у них есть сборник, который индикаторы инновационной активности, они выпускают сборник, очень интересный. Там невысокий процент, вот там как раз о статистике можно говорить, что в рамках этого исследования мы, наверное, не могли бы получить количественные какие-то оценки. Но по данным этого сборника, около 10% вот инновационные, внедрение инновационных, скажем так, решений, продуктов, купленных на рынке. Да, да.
по предприятиям. Там вообще, если вас интересуют эти данные, то вы можете посмотреть этот сборник, там просто статистика. Татьяна, вопрос, он, собственно, немножко перекликается с тем вопросом, который был передо мной задан, но он больше, скажем так, по самому принципу продвижения сторонних инноваций в компанию. Ведь вы в любом секторе, который вы упоминали, любую крупную компанию, она в какой-то период времени либо она имела в своем составе проектные институты, либо она их скупила, допустим, в пределах там, 10-15 лет назад, когда они ничего не стоили. Значит, теперь это называются R&D-центры, которые, собственно, являются определенным фильтром. Здесь есть две полярных ситуации. Значит, полярная ситуация номер раз – это R&D-центры, только называемые такими, где нет специалистов и есть только набор лицензий, и люди работать не умеют в принципе. И есть вторая ситуация, когда это нормальная компания, вроде, допустим, либо отечественная компания, либо эти центры, например, вроде Samsung, другие компании, которые есть на российском рынке, LG какая-нибудь. Куда, опять же, приходит сторонняя компания, брокер, инжиниринговая компания, которая может предложить что-то, знает, умеет технологический консалтинг делать в данной сфере. Она приносит туда решение. Дальше начинаются две ситуации. В первом случае центр не работает, если он пропустит эту технологию, окажется, что он не нужен, потому что он не работоспособен, ничего подобного не закладывал в планы работы, ничего не сделал, значит, центр является тормозом. Во втором случае центр работать умеет, ну, скажем так, он достаточно зубастый, хорошие специалисты. После этого эта технология с вероятностью 99,9 в периоде, она будет забрана центром, будут наняты, ну, в частности, вот как я упомянул, Samsung, LG, будут специалисты, там, допустим, по ТРИЗу наняты, которые гарантированно обойдут патентную защиту, гарантированно вскроют ноу-хау, которые были предложены, потому что идет высасывание информации ровно до того периода, когда они понимают, после этого они прекращают общение с технологической компанией. Возникает вопрос, как строить в таком случае бизнес, потому что эта ситуация, она имеет место, например, не только в России, в рамках стран ЕС, когда есть серьезнейшие программы в рамках Лиссабонской хартии, которые объединяют компании по всему Евросоюзу, и там точно то же самое происходит. То есть, в частности, мне ряд ситуаций рассказывали мои партнеры из ЕС, которые делают, когда, например, какие-нибудь монстры вроде Fiat, они просто пытаются первые полгода, ну, скажем так, украсть технологию, когда не могут, тогда призывают, говорят, хорошо, ладно, давайте теперь разговаривать о продаже. То есть ваше видение, как в данном случае работать, потому что вот то, что я сказал, и, скажем так, последние полтора десятка лет я работаю вот в сфере именно близкой вот к технологической, энергетической консалтинг, механизм здесь на данный момент вот просто не виден. Идея о том, что если технология разработана, то с вероятностью там 99% там придет Samsung, LG и так далее, это заберет, это миф. Вот. Очень мало российских технологий, которые ушли на Запад. И, так сказать, чтобы было понятно, если компанию не интересует ваша технология, она вам скажет, it's interesting. Вот. Это вот верный способ того, что технология не нужна. И если, да, приходила компания, пыталась с вами разговаривать, найти какой-то общий язык, а потом она пропала, это совершенно не означает, что она украла. Просто вы стали неинтересны. Нельзя, наверное, обобщение делать по всем нефтяным компаниям на основании Лукойла. Это мы же брали крупный бизнес. Мне кажется, здесь возможно только либо вот собирать информацию по конкретной компании, наверное, разговаривать или там пробовать отсылать предложения, чтобы они прошли вот эту всю процедуру, чтобы понять, как это работает. Да, потому что у каждой компании, помните, мы говорили, разного типа компании. Где-то это будет тормозиться, то, что вы говорите. Ну, тормозиться, значит, такой подход. Вряд ли можно, наверное, его изменить. Да? Где-то, ну, разные подходы у всех. Вы можете только определить, где какой.
и потом с кем-то, возможно, проще работать, с кем-то сложнее, кто-то вообще не заинтересован. Ну, можно, скажем, в какой-то мере согласиться вот с коллегой, который ответил на данный, начал отвечать на данный вопрос. Значит, но здесь ситуация какая? Ведь, собственно, любая технология – это как бы бизнес-процесс, на котором зарабатываются деньги. И любая бизнес-структура оптимизирует свои затраты на любых, на всех бизнес-процессах. Поэтому то, что вот проблемы, которые я озвучил, собственно, они, и вот, ну, в частности, из моего опыта общения, они имеют, и моих коллег, они имеют место с «Газпромом», они имеют место с «Роснефтью», они имеют место с «Лукойлом», и я могу очень долго перечислять. То есть есть ряд, ну, в частности, ряд компаний, где просто достаточно адекватные, допустим, инжиниринговые технические руководители, которые понимают, что если до этого не додумались сами, то лучше, наверное, нанять тех людей, которые додумались, они быстрее, лучше сделают. Но, к глубокому сожалению, вот в нефтяном секторе я знаю только вот две компании, они не являются ведущими. Поэтому вот все же вот возникает вопрос, что вот если рынок таков, например, что все равно будут максимально пытаться вводить данную технологию, то здесь возникает вопрос, что на этом рынке могут, скорее всего, работать только те компании, которые максимально грамотны с точки зрения защиты интеллектуальной собственности, с точки зрения консалтинга, понимания, куда это может быть встроено, как встроено, грамотно разработать фактически за R&D-центр технологию, максимально защитить ее, дать только какие-то реперные точки, по которым могли понять, что это можно сделать, но было, которых было бы недостаточно для увода данной технологии. Вот, собственно, я только об этом спрашивал. Если есть еще вопросы по... Да, пожалуйста, прошу вас. Доклады мы поняли, если очень коротко, что как бы у нас в стране есть очевидная потребность в наличии неких компетентных людей, которые могут соединять инноваторов и практикующих бизнесменов, да. С другой стороны, практически единодушно представители компании сказали, что вот мы таких людей не знаем и не знаем их, если они где-то там за пределами нашей страны. Да? Тем не менее, цель вот нашего собрания такова, чтобы понять, нужны или не нужны. Если, как бы, коль уж вы инициировали, значит, у вас внутри сидит в РВК потребность, что, наверное, нужны. Да? Если, как бы, вот сообщество говорит, что да, нужны, у вас уже есть какая-то программа, как вот этот институт технологических брокеров как-то инициировать, продвигать? Есть такая программа или задумка? Таким образом, когда собираемся это обсуждаем, мы хотим идентифицировать типы компаний или типы компетенций, которые должны соответствовать вот заявленным как бы целям. Соответственно, мы спрашиваем вашего мнения, с одной стороны, программы, которые мы будем поддерживать вот в рамках нашей инициативы по стимулированию спроса на инновационную продукцию, это как раз поддержка программ инновационного развития крупных компаний, которые, по идее, должны включать общение вот с такими брокерами, которые, как мы поняли из презентации, есть очень какая-то диверсифицированная и малоформализуемая общность. Потому что здесь можно понять это так, что бывает такая практика, а бывает и другая практика. Никакие практики еще не устоялись, никакие не являются стандартными, успех ни одной практики не подтвержден временем. Соответственно, здесь мы не хотим переходить на метод проб и ошибок так уж полностью, хотим все-таки адресоваться и как-то соотноситься с теми практиками, которые существуют на западных рынках, потому что там эта область хорошо разработана и хорошо формализована. И дойдет дело до презентации Питера Линхольма, и он, конечно, об этом расскажет. Но вот это, что называется, вопрос открытый. У нас нет готового решения. Естественно, мы будем этим заниматься, но мы также ждем каких-то комментариев от вас, потому что вы, по крайней мере, находитесь во многом внутри этого рынка. Да, пожалуйста. Так получилось, что я как раз работал с этими компаниями, которые здесь упомянуты, а также занимался, активно занимаюсь технологией. Я должен сказать, что эта презентация, вот я не согласен с коллегой, она содержательна, потому что она впервые носит практический характер, я здесь вижу. Так? А теперь отвечая на то, что вы, значит, сказали. Вот понимаете, то, что сейчас говорилось, оно, конечно, очень традиционно для тех, кто вообще работал когда-либо в конкретных отраслях, как говорили раньше, народного хозяйства. Да? И сразу вот отвечая, пытаясь ответить на ваш вопрос.
Понимаете, ведь вот то, что говорилось вот там, что крадут, да. Я могу рассказать, как в «Газпроме» это было в Советском Союзе. Я могу рассказать, как это в «Газпроме» происходит сейчас, например. Так это свойство людей. А могу рассказать, как в «Шелле» происходит. Понимаете, не надо удивляться свойствам людей. Вопрос институциональный, который вы задаете. Я не вижу, что такое технологический брокер. Я просто не понимаю. Он что, деньги вкладывает? Что он делает-то, грубо говоря? Где он должен продавать, да, как последний? Продавать нельзя просто. Он маркетолог, да, значит, он универсальный маркетолог. Да? По вот идее, давайте так. Да, ясно. По идее, это некий медиатор, который передает, что называется, переводит один язык в другой язык, так условно говоря. Нет, медиаторы, конечно, нужны, языки все бесконечно, бесспорно нужны. Проблема, как мне видится, вот давайте так я вам скажу. Значит, правильно нам рассказали о том, что хочет партнер, вот с той стороны, да, это заказчик, это производитель и так далее, и так далее. Он хочет очень естественных вещей, он решает свои задачи. Ему глубоко наплевать на задачи по ту сторону. Надо это прекрасно понимать. Ну, так устроена жизнь, к сожалению. Так? А теперь по ту сторону. Значит, этот заказчик, этот партнер крупный, у него есть свои проблемы. Конечно, он должен информационно оповещать всех о них и так далее, и так далее. Но проблема, одна из которых вот совершенно здесь не упомянута, она заключается в общем. Что вот это представление о том, что стартап является партнером, неверно. Стартап – это маленькое, вы правильно сказали, начинающий и так далее. У него для того, чтобы стать полноценным партнером, миллион минусов, которые мы можем сказать. Да? Вот я скажу один, например, минус, который все крупнейшие, крупные компании прекрасно понимают. А это, он заключается в следующем. Они не могут полагаться на партнера, которого неизвестно, что с ним будет через 5 лет. Он вообще будет производить эту продукцию? Вообще какие гарантии? Он собрался год назад, а что с ним будет? Как они могут какую-то свою цепочку серьезную повесить на это? Поэтому это один из просто примеров. Да? Поэтому что не хватает? Не хватает масштаба определенного вот в этом партнере. Да? А вот как я вам скажу, да? Конечно, бывают такие, так сказать, маленькие, которые такие хитрые, умные, там, ну не знаю, там, и так далее, изворотливые, умеют там патентно защищать. Могу привести потом пример когда-нибудь. Но не в этом дело, это не основной пример. А вот маленький, он не может быть таким вот партнером. Что сделать? Ну, надо как-то его интегрировать. Вы, видимо, правильно чувствуете, что его надо интегрировать. Но только не в посредников. Понимаете? Потому что я не понимаю, ну, посредник это такой, ему интересно, он чего-то говорит, я своему знакомому расскажу, да, и он понял, он сказал, это опять нечто несистемное и неинституциональное. Но то, что он должен быть встроен, да, ну, можно разные обсуждать, по-моему, вещи о том, как это встраивается, может быть, нам расскажут, как это встраивается на Западе, но маленький стартап не является таким партнером. И это, естественно, он вызывает большое недоверие у крупных по очень многим причинам, я назвал только одну. Это надо преодолеть. Ну, надо сначала осознать. Не вызывает недоверия. Да, пожалуйста. Они не могут с ним договориться. Ну, вы понимаете, вы же, я вам скажу, хорошо, давайте приведите пример. Сейчас я прошу извинения, тогда я встану на позицию предыдущего товарища. Пожалуйста, приведите пример маленького стартапа, который успешно начался год назад и прошел эту цепочку. Приведите нам несколько примеров. В конце концов, хороший исход для стартапа – быть проданным или влиться в крупную компанию путем слияния и поглощения и так далее. Ему не обязательно дорастать до IPO. До IPO дорастает процентов 5, наверное. 10. Вот 10, ну в Америке может быть 10, у нас, я думаю, что все-таки сильно меньше. Ребята сделали, то есть исследование Керна улучшили, так сказать, информацию раза в 3 по сравнению с существующим. Это стартап, естественно, взял какой-то центр инноваций. Он уже ведет переговоры с Роснефтью, Шлюмберже и прочее. Но точно такой же проект почти идет в институте Губкина. Понимаете? И вопрос. Естественно, у Губкина и, так сказать, и много информации, много чего. Им прямо с буровой привозят, правильно? А стартап – это МГУ. Понимаете? И там центр нефтехимии есть Губкин, и центр нефтехимии в МГУ. Кто больше выиграет? Ну, я имею в виду, что вы понимаете, что, к примеру, стартап 2 года ждать не будет, пока там Лукойлова проведет опытные образцы и прочее. Но вот этот центр инноваций, этот стартап спас. Хотела дать небольшой комментарий. Я представляю консалтинговую компанию, и в рамках нашей компании мы сотрудничаем как раз с крупными предприятиями ТЭК. В то же время есть инновационное подразделение, которое занимается работой со стартапами и привлечением финансирования в данный стартап.
В рамках нашей деятельности несколько раз мы сталкивались с тем, что фактически мы пытались по отдельным там проектам и ситуациям выполнять, ну, где-то, наверное, функцию технологического брокера. Когда у нас было таких, ну, три примера, из них один закончился успешно, когда в конечном итоге одна из крупных энергетических компаний согласилась купить и оттестировать там небольшую партию продукции инновационной компании. Сейчас это все в стадии там, вот как раз там, закупок, тестирования и прочего, совсем небольшую партию, не знаю, там, что будет дальше. Вот. Два остальных примера, в общем, в одном случае мы знали о том, что у крупной энергетической компании есть интерес там, к технологии определенного рода. У нас к нам пришел на рассмотрение инновационный проект с похожей технологией. Мы их свели, но в конечном итоге там ничего не вышло, договоренности не вышло, и, в общем, по там, условиям сотрудничества не смогли договориться. И есть у нас несколько ситуаций, когда от крупных компаний приходят запросы на решение конкретных технических задач, то есть когда ну, у большинства вот этих крупных компаний есть так называемый там, лист проблем, задач, которые они пытаются решить как собственными разработками, так в случае ну, готовы рассматривать какие-то внешние разработки. Мы целенаправленного поиска здесь не проводим, ну не проводили, но с таким запросом сталкивались. И здесь вопрос следующий, что ни там, по одному из тех примеров, где я рассказывала, мы ничего не заработали. То есть все эти примеры, они ну, там, сложились где-то там, полуслучайно. Так, скажем так, для того, чтобы делать это целенаправленно, требуется очень достаточно большое количество ресурсов человеческих и квалифицированных специалистов. Потому что и как бы откуда там, условно говоря, каким образом технологический брокер может зарабатывать для того, чтобы существовать, ну, нам пока непонятно, то есть мы не поняли, потому что из тех вот ситуаций, которые были на практике, да, потому стартап, ну или там инновационное предприятие, пока там сделка не состоится, оно платить не готово, у него в принципе денег мало, крупные компании, как правило, тоже нельзя сказать, что там как-то заинтересованы в явном виде в услугу технологического брокера или там готовы за это отдельно платить. И вот, соответственно, мне кажется, что этот вопрос – это один из ключевых вопросов для рынка технологических брокеров. Действительно, вопрос монетизации предполагаемого технологического брокера – это вопрос открытый, но как бы логика подсказывает, что явно со стартапом денег не возьмет, скорее всего, возьмет с крупной компанией. Замещая маркетинговую компетенцию у не одного стартапа, а у множества стартапов, опять та же логика нас ведет к тому, что, возможно, технологический брокер может существовать при какой-то отраслевой ассоциации. Или вот как-то вот наподобие. Потому что только на очень большом пайплайне можно что-то такое действительно заработать. Не когда одна сделка в год пролетает, а когда есть постоянный, очень большой пайплайн. Прошу честь, коллеги, мы сейчас существуем в условиях очень разреженного рынка. У нас плотность рынка, ну, по сравнению с развитыми рынками, она очень-очень низка. Да, пожалуйста. Коллеги, давайте сделаем так. Еще две минуты на вопрос-ответ. У нас еще есть две презентации, я бы хотел уже перейти к ним. Спасибо. 8 лет были официальным технологическим брокером Dow Chemical. При этом я по образованию математик, я одинаково не знаю ни одну вот, называется, отрасль. Вот. Поэтому главная компетентность технологического брокера – это менеджмент. И за это ему платят деньги. Вот. Но потом, если будут вопросы, я как бы на них отвечу, пока меня просили рассказать немножко про другое. Презентация будет про другое. Инновации появились не сегодня. Вот здесь просто приведены некие цифры, которые показывают, что и раньше деньги в них вкладывали, но результата было очень мало. Вот. И этот КПД, он, так сказать, он очень низкий. Сейчас вот одно из объяснений, так сказать, что сейчас все изменится, состоит в том, что появилось гораздо больше денег. Но дело в том, что, понимаете, деньги – это как бензин для машины. То есть без бензина она не поедет, но если машина сломана, то сколько бензина не заливай, эффекта никакого не будет. Поэтому давайте вот просто обсудим, почему новые проекты будут более успешными и в каких ямах валяются те проекты, которые раньше были разработаны. То, что я говорю, это просто мой личный опыт. Я вот, так сказать, как бы, про это не читал. Так. О.
Значит, первая яма. Дело в том, что у нас все проекты, которые разрабатываются, они разрабатываются то, что называется, с центра поля. Вот давайте мы возьмем идею и будем ее куда-то там тащить. Вот. Возникает вопрос, откуда ученый знает, вот, что нужно рынку? Любой ученый в первую очередь занимается тем, что ему интересно, а не то, что потом, сказать, в чем возникнет потом потребность. Может потом, может он попасть? Да, может. Но вероятность того, что он попадет, на крайне низкая. Вот. Во всем мире, ну, по крайней мере, 85, как минимум, процентов идет в совершенно противоположном направлении. То есть это идет от рынка. То есть, так сказать, философия любой компании такая. Я должен продать то, что у меня есть. Если мне не хватает того, продукции, я ее произвожу. Если, так сказать, у меня устарела технология, только в этом случае я начинаю внедрять. Никто в мире, ни одна компания не любит инновации. Инновации внедряются только от отчаяния, когда уже других способов заработать деньги не существует. Вот. Поэтому гораздо более эффективно и с гораздо большей КПД двигаться от рынка, то есть, так сказать, от тех потребностей компании, которые существуют. При этом я хочу на что еще обратить внимание, что так было на самом деле всегда. В Советском Союзе было два успешных, признанных во всем мире инновационных проекта. Это атомная бомба и космос. Они оба шли от рынка. Изначальная задача была это создание промышленности, ракетной промышленности и промышленности по вот этим, производству этих бомб. И ученым промышленность ставила задачи, что они должны сделать. И технологии, которые разрабатывали ученые, они были востребованы и внедрены уже на этапе постановки задач. И результат мы знаем. А второе кладбище. Дело в том, что есть очень большая проблема, сегодня она немножко уже... про нее говорили, в пониманиях технологий. Для ученого, вот я это придумал, а до меня никто не придумал. А для директора завода технология – это производственная линия по выпуску новой конкурентной продукции. И между двумя этими пониманиями технологии большая пропасть. Вот. И при этом пропасть, она даже не денежная. Она состоит прежде всего, что сегодня в стране нет квалифицированных кадров, которые эту пропасть могут проходить. Потому что очень много кадров было потеряно в 90-е годы, когда шла приватизация, и завод оставался, КБ при нем умирало, потому что завод производил продукцию, а КБ производил бумаги, которые никому не нужны. И это еще больше усугубило пропасть, хотя, скажем, экономический прототип в Советском Союзе не делал никто, потому что экономики не было. И поэтому возникает вопрос, кто будет преодолевать эту пропасть. И здесь я абсолютно уверен, что да, можно не спеша все это у нас развивать, но без серьезных западных партнеров, которые умеют это делать, мы в ближайшее время эту пропасть не сможем преодолеть. Сегодня же был озвучен, не помню кем, такой миф, который очень распространен, что малые предприятия развиваются вот так вот, линейно. Они нигде в мире такого нет. То, что нет такого, что создалось предприятие, сшило одни нанотапочки, продало, на эти деньги сшило две пары нанотапочек и так вот развивается. Во всем мире задача малого предприятия только одна – показать, что твоя продукция востребована. Если она востребована, то сразу приходят совершенно другие люди, приходят совершенно другие деньги, и предприятие мгновенно становится, по крайней мере, средним. Только так это все работает. А что малое предприятие сможет пройти вот эти все этапы? Да никогда. И последнее. Но есть такая, опять-таки, иллюзия, что самое... сложно это разработать технологии. Здесь уже было. Вот мы сделали технологию, которая там в три раза лучше имеет характеристики, чем другие. На самом деле все не так. Самое трудное это продать.
И второй вот здесь миф, что, сказать, если мы сделали лучшее, то за нами выстроится очередь. Это не так. Можно привести много примеров. Будут вопросы, я скажу, что во всем мире покупают не лучшее, а покупают то, что вышло на рынок. И только это покупают. И в мире 4 раза больше тратят денег на продвижение продукции, чем на все неокры, включая оборонку, космос, ну вот и все что угодно. К сожалению, мы сегодня находимся, ну вот как-то, в подворотне инновационного рынка страны. Ну вот так сложилось. Вот. А представьте себе, кто идет по улице, вам из подворотни говорят: о, посмотри, у меня самый лучший в мире телевизор. Вы туда даже не заглянете. Вот. А как малому предприятию выйти на мировой рынок? Потому что если мы говорим про инновации, мы говорим про мировой рынок. Потому что, ну, или это инновации, или это импортозамещение. А как ему выйти на рынок? Что такое мировой рынок? У вас должны быть склады, у вас должно быть сервисное обслуживание, у вас должны быть колл-центры для того, чтобы вы продавали свою продукцию. Какое малое предприятие сможет это сделать? Ну, я не беру узконишевые стартапы, это как бы отдельная песня. Поэтому сегодня для того, чтобы это преодолеть, необходимо создание бренда российских инноваций, такого мирового бренда, который вот как вот зонтиком, через него пойдет продукция предприятий, которые, так сказать, производят, ну, нормальную конкурентную продукцию. Пример. Скажем, читали ли вы, как выходили на рынок корейцы? У них была та же проблема, они были в той же подворотне, ну не в той же, в соседней. А вот в Чеболе, которые развивались, там Samsung, LG, они же на рынок выходили с очень широкой линейкой. Под их брендом выходил, что только не выходил. Samsung пытался автомобили производить, но у него это не получилось. И если вы посмотрите на то, что они производят совершенно разные вещи. Там, не знаю, там производят принтеры и какие-нибудь землеройные машины, еще что-то. Потому что это то, что осталось от той линейки, с которой они выходили на рынок. Вот. И нам нужно об этом подумать. Потому что иначе, ну, мы в мире ничего не сможем сделать. А меня просили еще рассказать какие-то примеры, такие success story того, что в мире делается. Вот. Ну вот по моему опыту, обычно к success story, которые делаются в мире, относятся примерно так: а, ну это где-то на Луне, и к нам это не имеет никакого отношения. Вот. Поэтому давайте я вам расскажу story, которая не success, к сожалению. Вот, но которая показывает, что и у нас можно подходить и развивать на мировом уровне. Значит, в свое время возникла такая идея. Все, ну, что идет эта идея? Возникла идея, значит, что, скажем, если вы возьмете любое, ну вот, не знаю, там, скажем, томограф, вот, любое измерительное устройство, еще что угодно, его эффективность зависит от таких вот маленьких вот чувствительных элементов. И чем лучше этот элемент, тем лучше вот все большое изделие или вся система. И возникла идея, что в Советском Союзе была очень хорошая школы по созданию таких вот перспективных материалов. Ну и проект назывался Smart Materials. И что это та ниша, в которой можно развиваться. Ну, с чего мы начали? Ну, во-первых, нужно было убедиться в том, что работает это или не работает. Мы нашли примерно дюжину лабораторий по стране, каждая из которых выпускала в небольшом количестве какой-то свой материальчик, вот, и успешно им фарцевала. То есть она, в основном это в карманах вывозили за рубеж и там продавали. Причем у них покупали не потому, что это дешево, а потому, что это качественно. Вот. Тем самым мы убедились, что конкурентное преимущество есть. Вот. После этого мы стали формировать рынок. Вот. Сначала мы пошли по крупным компаниям. GE,
Samsung, эти самые немцы, ну, те, кто производит вот такую продукцию. И стали их спрашивать, вот если мы будем вам поставлять с оговорками по качеству, по стабильности качества, там, ну, по всем этим делам, сказать, вот, он говорит, вы знаете, с радостью. Потому что мы наелись уже на китайцах, уже есть опыт китайцев, что они производят вот такие, ну вот что-то начинают производить, демпингуют, а потом, когда всех вытесняют с рынка, то потом они поднимают цены, а качество падает. Вот, поэтому они говорят, мы с удовольствием диверсифицируем наши поставки. Соответственно, по правилу пяти пальцев, значит, 20% рынка наш. Просто вот мы договорились. Более того, часть компании сказала, вы знаете, мы у себя где-то производим для себя эти материалы, но производство этих материалов, оно во многом искусство. Почему мы, так сказать, на это ориентировались, что, так сказать, вот российские специалисты вот такого высокого уровня, они, так сказать, вот дешевле, чем на Западе. Это тоже наше конкурентное преимущество. Ну. И они говорят, вы знаете, мы отдадим вам наше производство с условием, что вы будете нам поставлять. То есть рынок как бы вот все. А третье, что мы сделали, мы договорились с зарубежными компаниями, ну, скажем, типа израильских инкубаторов, с компаниями, которые разрабатывают новое оборудование, оборудование следующего поколения. Договорились о том, что мы будем им предоставлять на очень льготных условиях наши передовые разработки. Идея очень простая. Если мы даем им наш материал, и они на нем делают перспективное изделие, которое, так сказать, пойдет на рынок, то оно пойдет на рынок с нашими материалами. Тем самым мы сложили не только сегодняшний рынок, но и завтрашний рынок. Тем самым, что самое главное я хочу сказать, что изначально проект развивался как большая корпорация. Вот. То есть у нее сразу был вот таким широким полем, сказать, он пошел. Вот. Но потом, как бы, как говорится, у нас не склалось. Вот. Но я и предупреждал, что это story, но не success. Вот. Но мне кажется, что из того, что я сказал, понятно, что и в России проекты такого масштаба могут быть. Но они и должны развиваться именно на таком уровне. Спасибо. Почему не склалось? Вы знаете, есть такой эффект, который я называю девочка на велосипеде. Вот вы приходите в цирк, и видите, там вот такая вот девочка катается на одноколесном велосипеде. Вот так все легко и просто. И вам кажется, что и вы смогли бы так же. Но оказывается, купить велосипед – это недостаточно для того, чтобы на нем кататься. Много говорилось о том, что инновации могут жить только в конкурентной среде. Вот ваш опыт, он нацелен на то, чтобы вот этот институт брокеров помогать нашим проектам выходить на зарубежные рынки. Если выходить на наши рынки, то тогда нужно понять, механизмы конкурентной среды у нас не работают. Может быть, другие механизмы вы какие-то здесь запустите? Вы знаете, вот именно поэтому мы на нашем рынке не работаем. Так все-таки на зарубежные рынки, потому что изначально это мероприятие позиционировалось как работа с нашими крупными предприятиями. Ну, просто значит, тематика была эта. Ну, значит, я говорю про наше будущее. Наши крупные предприятия – это наша мечта. Если они будут глобальными игроками, это и есть тот самый выход на глобальные рынки, о котором мы все мечтаем. То, что они сейчас глобальными игроками, прям многие из них не являются, это как бы не наша вина, но наша беда. Да? То есть мы хотим, чтобы это изначально… То есть мы мыслим российский рынок инноваций как часть глобального рынка инноваций, естественно. Запираться в России, там, закрываться и делать какую-то свою среду мы совершенно не намерены. Да? То есть, но мы не можем в данном случае повлиять на наши большие госкорпорации, чтобы они стали глобальными игроками. Значит, вот есть во всем мире есть два реальных механизма. Один механизм конкуренции,
А другой механизм – это эти самые, так сказать, как называется, барьеры качества. Там евро 5, там, понимаете, да? Это то, что… А? Да, это то, что задает государство. Вот все вот эти вот программы понуждения, принуждения, ну вы сами знаете, что русский человек, он вот любую программу выполнит, и при этом, так сказать, вот ничего не будет делать. Как говорится, из своего предыдущего выступления, я согласен с вашим о том, что все это не вырастает из, как это, зародыша, а немножко по-другому действует. Вот не, полностью согласен. Но как математик математику, не согласитесь ли вы, что вы нас учили на протяжении вашего выступления о том, что все идет от рынка. И привели два примера советских программ. А пример, который привели в конце, обратный. Ну, я объясню, как я понимаю, как я его понял. Зародилась идея, которая потенциально могла быть рыночным преимуществом. И дальше надо было найти ее место на рынке. Это обратная картина. Без этого, без второго элемента, первый, ну, не работает. То есть, если государственное задание, есть построить бомбу, да еще, как известно, есть чертежи, там, ну, мы знаем всю эту историю, понятно, как это решается, да? Но сейчас таких задач почти нет, понимаете? Ну, есть, конечно, запросы вот этих крупных корпораций, иногда они сами не знают, что они спрашивают и так далее, и прочее. Поэтому это двусторонний процесс, согласитесь вы с этим? Нет, то, что я... то нужно зачеркнуть, но давайте про это помнить. Вот. Да, конечно, однозначно, да, нет, безусловно, нет, я не противопоставляю, я именно двустороннее движение, абсолютно согласен. Хорошо, а вопрос такой, можно вам задать? Вот сланцевый газ, да, там 70% как раз инновации, 30% финансы, правильно? Но там же рынок не формировался. А почему не формировался? Насчет сланцевого газа. Во-первых, технологии, они понемножку... Там за счет технологий в основном все. Нет. Там что было ключевым в развитии технологий по сланцевому газу? Значит, ключевым была цена на нефть. И что было, по-моему, типа... Я не помню точно, что, так сказать, сланцевый газ начинает быть рентабельным, если $100 за баррель. Если $100 за баррель, то сразу открывается новая ниша, и туда все пошло. Идея в том, что инновации в Штатах способствовали экономике. Вот, сейчас, подождите, дайте я вам расскажу пример, вот аналогию, чтобы вы поняли. Значит, в свое время мы рассматривали такую технологию, это вот для женщин карандаш. Вот, сказать, вот там пробуешь какой-то крем новый, вот чуть-чуть помазал, ткнул карандашом, и он тебе сразу показывает, это самое, сказать, подходит или не подходит. Вот ключевым было во всем этом, это себестоимость. Если это себестоимость $1000, объем рынка парикмахерский. Если себестоимость $40, то это лучший подарок 8 марта. Поэтому все инновации, они в любом случае упираются в деньги, в себестоимость продукции. Сланцевая технология, сланцевый газ состоит из двух компонентов основных. Это наклонные скважины и гидроразрыв пласта. Обе были изобретены в Советском Союзе. Обе были изобретены в Советском Союзе. Но, так сказать... Достижение, которое произошло там, значит, там 15 лет они занимались этим безуспешно, да? Экономически было это неэффективно и так далее. А удачное сочетание в результате огромных мучений и прочее, как всегда, на последние деньги, вот Митчелл этот, он был уже на грани разорения, когда, вот он, когда у него пошло, да, потому что и цены уже оказались такими, но у него стало в результате получаться. Он сделал там многократный гидроразрыв пласта, это улучшение. Причем получаться это снижение себестоимости, ничего другого. Снижение себестоимости, ну, любой ценой. Ну, инновация, в конце концов, каждая должна быть либо к новому продукту, либо к снижению себестоимости. Но еще раз говорю, обе технологии были изобретены в Советском Союзе. Вот так получилось. Я предлагаю передать слово Питеру Линхольму, у которого есть для нас также крайне интересное сообщение. Спасибо. Да, тема очень интересная. First with a provocative way, then I will have three anecdotes, and then I will have a good practice, maybe adapted to Russia. Сначала я хотел бы упомянуть об одной поговорке, потом расскажу три анекдота, а только потом перейду к хорошей практике. We make technology transfer and
Мы занимаемся коммерциализацией, передачей технологий во всех трех группах, которые здесь на слайде присутствуют. И по одной простой причине мы работаем со всеми тремя группами, потому что в инновациях инновациями никто не интересуется, а только ученые. А все остальные заинтересованы только в одном слове – прибыль. Если я буду заинтересован, могу заработать прибыль, работая с компанией экономной, то тогда я буду передавать технологии именно им. Но я тоже математик, но при этом плохой математик. И поэтому, поскольку из меня математик не получился, я решил стать технологическим брокером. Первый анекдот. На прошлой неделе я сидел с 20 директорами крупных компаний европейских. Они разговаривали об иронике. Директор исследований компании Thales, хорошо известной в России, все время очень эмоционально говорил: «Я не могу найти инновации». Поэтому отсюда следует вывод: и в Европе нет технологических брокеров. Следующий анекдот. Мы три дня провели в Москве с инноваторами из Томска, которые мы привезли сюда, в Москву. И мы постарались заставить их думать иначе, с тем, чтобы они все-таки нашли свой рынок. В данном случае мы действовали как люди, как фасилитаторы. Давайте решим задачу, кто в этом случае был технологическим брокером. В этом случае таким технологическим брокером в нашей ситуации выступил РВК. То есть уже хорошо, что в этой комнате один брокер сидит. И еще третья история связана с тем, что в этом году мы передали технологии из Франции к Казахстану на сумму 80 миллионов. Это была очень простая технология, фотоэлементы. Где опять вопросы были технологические брокеры? Не было. Потому что в этом случае все работало на доверии. Две группы людей, которые друг другу доверяли, на этом доверии и работали. И поэтому наша задача заключалась в том, чтобы не было никаких страхов. Вот сегодня упоминался вопрос о том, что кто-то боится, что украдут технологии. Вот мы пытались все это остановить. Но для того, чтобы эта сделка состоялась, нам пришлось инвестировать своих средств в сумме 1 миллион евро. Если бы эта сделка не состоялась, то мы бы потеряли 1 миллион евро. И все эти три примера показывают, что сама концепция технологического брокера очень расплывчата. Как уже было сказано сегодня вот Владимиром, то же самое можно сказать и про термин инновации, и про термин брокер. Это вы используете это слово так, как вам это нравится. I'd still like to speak about one good practice that I think is very adapted to the Russian Federation. Тем не менее, я хотел бы в своем выступлении поговорить и об одной практике, которая очень даже хорошо адаптируется к российским условиям. Some 10 years ago,
we were appointed to create a system of commercialization of science in former Eastern Germany. 10 лет тому назад нам поручили заняться вопросами коммерциализации в бывшей Восточной Германии. Because we are speaking here about commercialization of science. Потому что речь шла о коммерциализации науки, мы как раз в этом зале собрались поговорить о коммерциализации науки. So we worked in a very small region called Rostock. В маленьком регионе работали в Восточной Германии. The name of the region was Mecklenburg-Vorpommern. Ну, вот, те, кто знает немецкий, поняли, о каком and регионе honestly, говорит. None of you has ever Peter. Heard about this region as being a scientific hub. Я думаю, что даже вот я произнес это название этого региона, никто из вас, услышав это название, не скажет, что это центр науки в мире. Мы создали группу из 7 людей. Это были люди, все 7 человек были люди разной национальности. Нам нужен был кто-то, кто говорит по-немецки, по-китайски. Из Нью-Йорка, из Франции, из Швеции. Мы хотели, чтобы в этой группе работали люди, которые приехали из разных стран и понимают, что такое мир. Нам нужны были люди, которые понимают, как работают рынки мира. Потому что в конечном счете, как было уже сказано, речь идет о бизнесе, а не каких-то сказках. В первый год у нас ничего не получилось. При том, что мы за первый год потратили где-то 800 тысяч евро. А во второй год нашей работы мы полностью покрыли наши затраты. А в третий год нашей работы мы уже на трансфере технологий зарабатывали 30 миллионов евро. А вот эта группа работает уже 10 лет. Каждый год эта группа зарабатывает 30 миллионов евро только на том, что передает технологии компаниям частным. Много это или мало, но это еще можно обсуждать. Чем занимаются эти люди? Они идут и встречаются с клиентами. Они с этими клиентами создают доверительные отношения. Они помогают ученым разрабатывать продукцию, которая нужна этим компаниям, клиентам. Причем во всех этих клиентам из всех этих трех групп. Как только отношения установлены, вы находите своих клиентов на 5, на 10 лет. Потому что каждая компания, независимо от того, маленькая она или большая, пытается получить конкурентное преимущество. Ну, что-то мы в науке, конечно, понимаем, но не все. Но мы не являемся, например, специалистами по изотопам или антиоксидантам. Мы не можем быть специалистами во всем. Но мы знаем, как разговаривать с компаниями и как генерировать спрос. И я, конечно, не придется повторить то, что было сказано Сергеем, а затем мы занимаемся управлением процесса. Мы управляем процессом и взаимоотношениями между теми, кто создает знания, и между теми, кто потом употребляет эти знания. Почему я считаю, что этот механизм можно адаптировать к условиям России? С моей точки зрения, может быть, я не прав. Потому что если взять центры по передаче технологий,
центры передачи технологий в России, особенно те, которые созданы при университетах, просто функционируют в условиях первобытного века. Хочу извиниться за теми, кто представляет эти организации здесь. А это те организации, которые именно вот эту функцию, которую мы обсуждаем, мы должны выполнять. Но в этих центрах должны работать люди, которые разбираются в рынках и которые говорят на иностранных языках. Несколько недель тому назад я был в федеральном университете в Казани. И новый ректор этого Казанского университета решил закрыть центр коммерциализации. Потому что у него и так было достаточно государственных средств. Поэтому он задал себе вопрос, зачем нам заниматься такими сложными делами, когда у нас и так деньги есть из бюджета. И поэтому роль таких организаций, как Институт развития, состоит в том, чтобы укреплять те организации, которые уже созданы. Вопросы здесь в компетенциях, а не в деньгах. Конечно, деньги тут нужны, но не очень большие. Мы ездим по регионам России, встречаемся с губернаторами, просим там построить какое-нибудь новое здание для наноцентра. Или там для какого-нибудь центра передачи технологий. Губернатор спокойно выкладывает на стол где-нибудь 15 миллионов рублей. А если мы 10% от этой суммы просим выделить на то, чтобы приобрести компетенции, они просто в ужас приходят. Но именно туда, на компетенции, должны пойти деньги. Что же на Западе происходит? Потому что меня-то попросили поговорить о том, как там на Западе обстоят дела. Очень мало брокеров. Но очень сильные центры по передаче технологий. Либо они полностью частны, но таких мало, очень мало. Либо такие центры функционируют по принципу ГЧП. Причина проста. Никто не готов оплатить первые шаги, которые необходимо предпринять, чтобы установить контакты с клиентами. А поэтому нужны какие-то деньги, которые можно назвать пассивными от государства. С другой стороны, есть очень много компаний, которые занимаются деятельностью, которую можно назвать экономическая разведка. Такая разведка или аналитическая работа помогает четко определить, где находится ваш рынок. Мы работаем для целого ряда очень престижных университетов, которые платят очень большие деньги, чтобы понять, а где те направления науки, которыми они должны заниматься в будущем. Это то, что я хотел сказать о деятельности со стороны государства. Давайте посмотрим, чем занимается частный сектор. В отличие от российских компаний, в западных компаниях существует система закупок, в рамках которой не потому, что им сказало правительство, а потому, что они сами так себе сказали, они должны инвестировать в инновации. Ну, в России тоже такая система как бы должна создаваться, но пока она не работает. Мы работаем с одной из крупных российских корпораций.
А такая работа, именно закупка инновационной продукции, осуществляется не потому, что они этого хотят, а потому, что им сказали. Но мы также работаем на компанию Total. Total дает нам деньги, чтобы мы, как ищейка, ищет след, проехались по всему миру и нашли какие-нибудь интересные следы, то есть интересные идеи. В этом смысле тоже мы не выполняем функцию брокеров. Мы просто ищем компетенции. И когда мы такие компетенции, таких людей находим, то мы просто организуем встречу между этими двумя людьми, которые договариваются. Хочу суммировать сказанное. Вопрос в доверии. Это реальный бизнес. И вам необходимо время, чтобы добиться успеха. И вам необходимо инвестировать деньги, чтобы в вашей команде работали такие квалифицированные люди, как Сергей. Большое спасибо. У нас здесь профинансировано было и создано больше сотни центров трансфера в вузах, в НИИ, в разных структурах. Основная их деятельность – это работа с интеллектуальной собственностью. Там сидят поверенные, которые пытаются как-то разбираться там с интеллектуалкой. Может быть, есть смысл их переориентировать, и вы можете выступить с этой инициативой, чтобы там были не люди, которые работают с патентными вещами, а там, я не знаю, маркетинговые исследования, то есть продвиженцы, которые, они все равно с этими технологиями как-то работают на местах, но не просто фиксировали их и складывали, а пытались продвигать. Действительно, что отличает большинство российских компаний, это полное пренебрежение к маркетингу, того, что они делают. Вспоминая свою работу в той же самой компании Microsoft, которую многие в 90-х годах ругали за качество ее продукции и так далее, потому что на рынке были, в общем-то, продукты, которые были пользовательски более интересны. Никогда не надо забывать, сколько Microsoft тратил на маркетинг. Это совершенно не те количества, которые тратили остальные компании, которые считали, что они изобрели хороший продукт, причем даже не обязательно российские компании, российские само собой, но даже многие западные, которые считали, что продукт своим качеством сам за себя все скажет. Никто здесь ничего не скажет. Рынок перенасыщен продуктами, информацией. Сейчас ни у кого нет времени разбираться глубоко в каких-то пользовательских качествах. Кто ярче светится, тот и более виден, тот и хорош. Вот. Поэтому то, о чем говорил Сергей, я считаю, что это абсолютно справедливо. И, естественно, заниматься патентами – это сейчас, ну, прямо скажем, это, конечно, какая-то основа, это какой-то базис, да, но надстройка должна быть гораздо мощнее, скажем так. Просто по опыту вашей работы, то распространение социальных сетей, LinkedIn, Facebook, ВКонтакте и все остальное, сильно изменило ваш стиль, как бы, и, так сказать, и формат работы? То есть, мне кажется, верно ли, что сейчас там 90% информации о новых технологиях, новых компетенциях можно найти просто сидя в сети, или все-таки нужны какие-то поездки, встречи и так далее? Это действительно трудный вопрос. Сделка все-таки заключается между людьми. РТТН, российская сеть трансфера технологий, была создана много лет тому назад, это действительно пионер. Это люди из Обнинска. И тогда они пытались представлять свою информацию виртуально. Прежде чем вы покупаете новую технологию, как раз Татьяна очень хорошо об этом говорила, Сергей тоже. Вам приходится преодолевать такое большое количество барьеров. И так много элементов конфиденциальности, что в нашем бизнесе за социальных сетей не произошло каких-то резких изменений. Я могу привести вам конкретный пример. Some years ago, something called IRC, Innovation Relay Centers.
Европейская комиссия несколько лет тому назад профинансировала проект по созданию так называемых релейных сетей, информационных сетей. Ну, что-то вроде платформы, которая должна была выполнять функции посредника. Не могу вспомнить точно, но где-то 200 миллионов, наверное, евро было потрачено. С моей точки зрения, практически результат можно оценивать как ноль. Ну, не очень справедливо, конечно, замечание. Но, по крайней мере, один эффект был достигнут. Люди поняли, что технологий везде очень много. То есть это было что-то вроде инструмента продвижения. Но, по сути, эта сеть не выполнила свою основную задачу – сделок, не посодействовать сделкам. Я хочу привести пример тоже в том Сколково. Извините, пример неположительный. Две недели тому назад фонд Сколково организовал поездку пяти ученых в Париж. И были приглашены инвесторы. Это были инвесторы, которые специализируются на технологиях. И, в общем-то, в Европе существует такая мечта, не мечта, а как бы осознание того, что вот Россия — это огромный потенциал технологии. Пришло 40 инвесторов, готовы потратить свои деньги. И что? Там был один из моих партнеров, и он с половиной людей пообщался. Два или три часа продолжались презентации. Все были очень удивлены. Вообще не было понятно, что российская сторона хочет. Вот эти изобретатели, вот эти молодые стартапы просто не знали, вот как им говорить с иностранными инвесторами. А несколько инвесторов просто встали и сказали: я готов потратить свои деньги, но вы мне только скажите, на что? Конкретный, очень конкретный пример. Необходимо менять менталитет ваших предпринимателей, ваших изобретателей. Необходимо изменить их культуру восприятия того, что хочет другая сторона. Необходимо помочь им научиться разговаривать правильно с клиентом. А вы знаете, инвесторы иногда — это очень жесткие люди. А здесь даже нельзя сказать, что инвесторы были жесткими. Они просто вообще не понимали, что от них хотят. Хорошая новость в том, что все пришли к выводу, что да, технологии — это интересно. И, конечно, будет потом продолжение. Но здесь очень мало мероприятий проводится в целях просвещения, образования. Да, конечно. Спасибо. Sorry, Peter. Два добавления. Насчет первое, вот насчет сетей. Дело в том, что есть такой миф, что чем больше в моей базе данных технологий, тем она лучше. Вот. Это абсолютно неправильно, потому что начиная с какого-то объема, эта база данных превращается в мусорное ведро, в котором точно никто не будет разбираться. Вот. На Западе есть платные сети, вот, технологические, и там они разделены на две части – предложение и спрос. Значит, и по каждой технологии, и по запросу, по предложению указан дедлайн. Не по одной, больше трех месяцев.
Вот. И только за счет вот этой вот постоянной ротации, когда ты видишь только самые современные предложения, которые поступают, это становится интересно, и это читают. Больше не будут читать. Теперь по поводу мотивации. Лет 10 назад, наверное, в Америке вышла книжка, которая называлась «Бизнес-планы, которые выиграли деньги». Вот. И там было проанализировано, ну, там сколько-то тысяч бизнес-планов и вот разные, так сказать, вот составляющие, что нужно для того, чтобы, так сказать, выиграть деньги. И там одна из вещей – это инвестор вкратчиво спрашивает разработчика, и спрашивает всегда, а что вы хотите от проекта? Вот. И если ответ он получает, типа, я хочу создать лучший в мире прибор, вот, или, так сказать, вот я это самое, хочу довести свои идеи до конца, еще что-то, за этим следует вежливый отказ от сотрудничества. И с вами будут сотрудничать только тогда, когда вы хотите заработать деньги и понимаете хотя бы в общих чертах, как это у вас получится. Только в этом случае у вас есть реальный шанс работать с инвестором. Коллеги, я бы на этом сейчас сессию вопросов и ответов бы закончил. Пометуя о том, насколько бывают ненацельными и наши отечественные стартапы, и надо заканчивать каждую презентацию таким call to action. Наш call to action такой. Вот в той, через ту дверь находится фуршет. Там мы можем продлить наше замечательное общение в неформальной обстановке. Вот. И хочу сказать, что мы ждем от вас, соответственно, как второй call to action, мы ждем от вас откликов, которые вы можете нам отправлять в совершенно свободной форме, и вашего живого участия в этой очень интересной, перспективной и совершенно не исследованной пока области. Спасибо.